начнем. Вечерний пленэр, вот вышли. Вышли порисовать. Макушка лета. 1 июля. Лерка делает набросок. Сегодня рисуем в ЖК красные казармы, и вот все, что от них осталось. Это уже новые дома. Вот. Слышите, там ремонт вовсю идет. Такие многоэтажки и такие вот двухэтажные казармы. Я сегодня наброски делаю. Зарисовки. Здравствуйте, наличие карандаша и скетчбука говорит о том, что вы художник. Ты лярно игранный. Нет, это естественный вопрос. Говорит.